Вальверде, как пишет испанская пресса, в ближайших двух. Если Барселона сегодня Эстадио де ла Керамика, Андре Терштеген, который тоже был номинирован на премию The Best. Вот так, немецкий голкипер под первым номером. Климан Лангле, номер 15. Нельсон Семедо под четвертым номером. Он сегодня в составе, как и это в составе Фрэнки де Йонга. У Барселоны Фати. Сначала, да, а потом уже Де Йонг забил после передачи. Фирпо. Ох, Фирпо здесь. Все-таки последний мяч Фирпо на этом повторе хорошо видно. А Месси отмахнулся. Вот. Пропускает мяч Луис Суарес, но никого в этой зоне. Гризман. Разыгрывает комбинацию с Суаресом, бьет Антуан Гризман. Ну а здесь мышечная травма. И все-таки долечится окончательно. Ну, много пропустил. Вообще пропустил и пар пришел. Куда их всех лететь было бы. Гризман не стал высоко ногу поднимать. Спрашивается, кто там провел плохой. Ну, плохой, наверное, провел Терштеген, который в ближнюю эти команды сыграли во всех турнирах 38. Плато так, новую силу набирала. Но, разумеется. Ну, такой, я бы сказал, более привычный вариант. Дать линию и своевременному включению уступает. Пока уступает Джорди Альба. Небольшой показывает. Удар хороший. Спору нет. Месси. Остается в резерве Ансу Мане Фати. Есть Артур Видаль, есть Фрэнки. Жерар Морено номер 7. Это состав команды Хардоны относительно состояния Лионеля Месси. Как знать, может быть. Дембеле прострел. Суарес. Что же у них с ногами? Они вроде в Милан не ездили. Быстренько не удалось сработать ногами Суаресу, а там уже оказался игрок рядом только Винта. А с другой стороны, в очень простой ситуации Альбиоль просто подставил Чиквезе. И дальше уже хороший рядом с Альбиолем. Выиграл воздух Рауль. И контратака Вильяла в аренде в Валидолиде. И выйдя на замену в матч против Валидолида, в нынешнем, из центральной зоны ушел на левый фланг. Если был, оказался Серхио Асенхо. Очень любопытная карьера у Серхио Асенхо был. Подача Чиквезе. И здесь Терштеген. Забил ворота Бетиса примерно с этой же позиции. Гризман, Серджи Робер. Акамби положил мяч Вальверде. Относительно этой недели, что обязательно 6 лет, понимая, что другой частью тела уже не сыграть. Марк Андре в своей традиционной позе. И снова с мячом Фрэнки. И вот продолжает отличную карьеру в Вильяреале. Фати или Фати. Его парня, когда то, что он попадает в офсайд, это абсолютно нормально. Они как... 10 минут играть. И тренерами. Там на дальней бровке работает Фати. И немножко побаивается его пенья. Падение. Есть вар. Есть вар. Ко мне не подходите. Я послушаю. Получилось слишком сильно. 5 минут еще играть основного времени матча. Второй тайм без забит. Ангиса. Вот туда можно на фланг. Да, там это старый футбольный девиз по-прежнему актуален. То Барселона наберет